Итак, в области выявлены 98 случаев заражения. Большинство больных из новых очагов и симптомные. 46 из них направлены в инфекционные стационары, 52 получают лечение на дому. 48 случаев выявлены в Кызылорде, по 12 случаев в Шилийском и Кармашинском районах, 8 в Жанакурганском, 6 в Казалинском районе, 5 случаев в Жалагашском, 4 в Аральском и 3 в Сардаринском районе.